Привет, друзья! Сегодня приготовим очень вкусный пирог «Венгерская ватрушка», который состоит из творога и песочного теста и заливается сверху сметанной заливкой. Сначала берем 300 граммов муки, добавляем 60 грамм сахара, добавляем щепотку соли и 10 грамм ванильного сахара. Все хорошо перемешиваем. Добавляем 100 грамм мягкого сливочного масла. Перетираем все в крошку. Также можно воспользоваться блендером и измельчить все в чаше блендера. Теперь подготовим начинку. Для начинки берем 600 грамм творога, добавляем 10 грамм ванильного сахара, 75 грамм белого сахара, к творогу добавляем 3 яйца. Все тщательно пробиваем блендером. Если у вас нет блендера, тогда творог перетрите через сито. Должна получиться вот такая однородная масса. Необходимо разделить ее на две части. Если вы будете использовать разъемную форму для выпечки, устелите ее пергаментом. Я использую стеклянную форму. На дно выкладываем 1/3 теста. Разравниваем. Выкладываем творожную начинку и разравниваем. Всего у нас должно получиться 3 слоя теста и 2 слоя начинки. Затем выкладываем вторую часть теста. Разравниваем и выкладываем вторую половину начинки. И снова посыпаем тестом. Тем временем подготовим заливку. Я использую 500 грамм сметаны жирностью 20%. Добавляем к ней 100 грамм сахара. Сахар можно заменить на сгущенное молоко. Достаем наш пирог, он должен немного зарумяниться, и на горячий пирог выливаем нашу заливку. Заливка вначале хорошо пропитает верхний слой пирога, а затем запечется, так как мы заливаем ее еще на горячий пирог. Декорировать можно шоколадом, вареньем, а можно и так оставить, как вам больше нравится. Пирог должен полностью остыть. Посмотрите, какой он красивый в разрезе. Это очень вкусно, чем-то напоминает тортик. Обязательно попробуйте приготовить.